Сегодня я наблюдала за полетом коршуна, который появился в небе и махал крыльями. Очевидно, это молодой коршун, который учится летать, но он уже научился и демонстрирует свой полет. А тут к нему присоединился конюк. Он тоже беспрестанно махал перьями. Вот они соревновались в полете, кто выше, кто сильнее, кто быстрее. Интересно наблюдать, когда разные птицы летают. А ты снимаешь и наслаждаешься их полетом. Попробуйте вы понаблюдать за полетом птиц в дикой природе. Очень интересно.